Всем привет, друзья, и давайте в сегодняшнем видео обсудим с вами кухонный отдел магазина Fix Price. Посмотрим, что же появилось в продаже за последние несколько недель, какие товары могут казаться полезными, бюджетными, а также интересными. Если вы пробуете себя в домашнем кондитерском деле, то сейчас в Fix Price можно приобрести очень бюджетный кондитерский шпатель. Стоит он всего лишь 59 рублей, выполнен из нержавейки, имеет размеры 15 на 12 сантиметров, ну а толщина вот самой толстой части этого шпателя составляет 2,5 сантиметра. Очень удобно, что на самом конце шпателя имеется линейка 15 сантиметров, при этом очень удобно будет отмерять необходимое количество теста или же, например, мастики. Заметила, что вот такие стеклянные заварочные чайники у нас с полок пропадают очень быстро. Видимо, покупателям нравится. Они имеют объем 1 литр 100 мл, выдерживают разницу температур до 200 градусов. Изготовлены, естественно, из стекла. Также есть вставки из полипропилена пластиковые и вставки из нержавейки. Продаются эти чайники с разными расцветками крышек и ручек. Очень много различной опаловой посуды, причем это коллекции, которые завозились впервые ранее, но при этом повторные привозы тоже бывают. Раздвижной пластиковый дуршлаг. Этот дуршлаг лучше всего подходит для квадратных или для прямоугольных моек. Увеличивается в размерах до 44 сантиметров, при этом в сложенном виде имеет размер 30 сантиметров. Можно помыть овощи, можно помыть фрукты, можно использовать в качестве дуршлага для промывания круп, слива жидкости из различных продуктов. В принципе, неплохая интересная вещичка. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, а пользуетесь ли вы вот такими приспособлениями на кухне. Очень интересно будет узнать ваше мнение. Нежные тарелки из опалового стекла. Стоят они 79 рублей, имеют диаметр 21,5 сантиметров, украшены цветочными орнаментами. Я так понимаю, что это цветы лимона, потому что на одной из сторон имеется изображение уже зрелого плода. Сейчас в продаже имеется красивая коллекция стеклянных стаканов. Стоят они все по 55 рублей, и в этой коллекции представлены стаканы разных объемов. Например, самый высокий стакан имеет объем 230 мл, маленький стаканчик по высоте, но при этом большего объема имеет объем 250 мл. Отличительная фишка этих стаканов является ромбовидный выпуклый декор, а также разноцветная каемочка поверху. Набор стальных мисок. Этот набор состоит из трех металлических мисок объемом 800 мл, 1 литр 120 мл и самая большая миска объемом 1 литр 700 мл. Дополнительно каждая идет с пластиковой полупрозрачной крышкой. Стоит этот набор 199 рублей. Сейчас появилось в продаже очень много различных кухонных аксессуаров, и причем это разные аксессуары, коллекция Кристель, белый лофт, черный лофт. Также можно найти какие-то и единичные новиночки, например, вот такая силиконовая кисточка, украшенная различными яркими ягодами и фруктами. Деревянная разделочная доска размером 32 на 22 сантиметра. Ну, во-первых, она идеально подойдет для нарезания продуктов, а также ее можно использовать в качестве деревянного блюда для красивой подачи закусок. Также имеется на этой дощечке металлическое колечко, при помощи которого можно подвешивать на крючок. Цена 199 рублей. Пятилитровый мешок для хранения овощей. Материал нейлон и полиэстер. Размеры 29 на 34,5 сантиметра. Стоит 39,5 рублей. В таких мешках, естественно, можно хранить овощи, можно хранить какие-то вещи. А также замечаю, что подобного плана мешки используют для похода в магазин, для покупок, чтобы не покупать обычные полиэтиленовые пакеты. Мерная пластиковая ложка для отмера от веса различных круп и других специй. Стоит она 124 рубля. Можно отмерить продукты объема от 30 до 130 мл.
Керамическая пиала объемом 750 мл. Эта пиала имеет глянцевое покрытие, классическая форма, толстые стенки, стоит 79 рублей. Еще один вариант керамических тарелок. Глубокие тарелки диаметром 20,5 см стоят 99 рублей, представлены в двух расцветках, это коричневые и синие, и отдаленно напоминают тарелки в восточном стиле. Пластиковая корзинка для фруктов диаметром 23 сантиметра. Продается в разных расцветках, стоит 79 рублей. Полезный объем 3 литра, материал пластик полипропилен и размеры 23 на 10,5 сантиметров. Акриловая бутылка для напитков объемом 500 мл. Эти бутылки в ярких, сочных оттенках с мотивирующими надписями, широкое горлышко. Также в комплекте идет пластиковый стаканчик, который дополнительно можно использоваться в качестве крышки. Цена 124 рубля. Кстати, друзья, на канале недавно выходило видео, посвященное коллекции кухонной посуды для деток. Яркая посуда, коллекция называется «Бомбина». А эта коллекция до сих пор представлена в Фикспрайсе, конечно, не в таком большом объеме, как это было при завозе, но при этом товары имеются в наличии. Также в эту коллекцию входят черные кружки с терморисунками, выполнены они из керамики, а имеют объем 350 мл. Отличительной особенностью этих кружек является то, что у них имеется скрытый рисунок, который проявляется при наливании в кружку горячей воды. За 99 рублей можно приобрести вот такую бутылку. Это стеклянная бутылка объемом 1 литр, если я ничего не путаю. Помню, когда впервые в продаже появились вот такие ступки с пестиком, к ним покупатели относились настороженно и не так быстро разбирали. Сейчас же эти ступки пропадают у нас очень быстро, остается в каждом из четырех магазинов нашего города буквально по несколько штук. Напомню, что стоят они 349 рублей, выполнены они из натурального камня. Ступка имеет размеры 9 на 9,5 см, высота 11 см, набор пластиковых баночек, 4 см на 12. Такие пластиковые банки удачно впишутся в какие-то дачные, загородные домики, потому что чаще всего пластиковую посуду мы используем именно там. Набор продается в разных расцветках, есть более яркие, например, как желтые, приглушенные зеленые, есть серовато-бежевый. В наборе 3 баночки с откидной крышкой, а также с 3 пластиковыми ложками для удобства насыпания продуктов. Вот такие слаж-стаканы в наших магазинах появились в продаже буквально в конце августа. До сих пор они имеются, и в принципе погода на улице стоит адекватная, и можно еще попробовать приготовить вот такой холодный десерт. Ну и дома, естественно, можно использовать. Смысл этого стакана то, что его можно на 4-6 часов поместить в морозилку. Там жидкость, которая находится внутри, охлаждается, замерзает. Потом можно налить вовнутрь любой напиток и сжимать мягкие стенки до тех пор, пока жидкость не замерзает. Тем самым мы получаем мороженое. Можно использовать различные соки, можно использовать сливки с добавлением сахара, молоко с добавлением сахара, и получится импровизированное мороженое. Я обожаю, когда в Фикспрайсе появляются в продаже полезные формы для запекания. Например, вот такая форма в объемом 840 мл, которая стоит 249 рублей, очень оказалась полезной. За счет того, что эта стеклянная форма небольшого объема, она подойдет для маленьких семей, где небольшое количество людей. А также главной фишкой является то, что эта форма идет в комплекте с крышкой. И это очень удобно, когда остаются остатки блюда. Не нужно использовать ни пищевую фольгу, ни пищевую пленку для того, чтобы закрыть, а просто закрыл этой крышкой и поставил на хранение в холодильник.
2-литровые металлические банки, которые стоят 199 рублей. Ну, такие баночки можно использовать как для хранения пищевых продуктов, насыпать туда различные вкусняшки, печеньки, закуски, конфеты, а также можно использовать для хранения рукодельных штучек. Еще за 199 рублей можно приобрести набор из 3 жестяных банок. Объемы 300 мл, 600 мл и 1 литр 300 мл. Пластиковый прямоугольный подносик размером 38 на 16,5 сантиметров. Стоит он, кажется, 59 рублей и продается в разных расцветках. Есть более яркие, есть более спокойные цвета. Пластиковая сушилка-подставка размером 40 на 23 сантиметра. Эти сушилки имеют две детали – поддон, а также специальная подставочка решетчатая, через которую будет стекать лишняя жидкость. Очень удобно использовать в качестве дополнительной подставки в зоне мытья посуды. Я пользуюсь подобными, но не подобными, другими подставками. И это, правда, очень удобно, потому что защищает кухонную поверхность от попадания жидкости. Еще один вариант жестяных баночек – это набор из 3 круглых банок разных объемов, объемом 450, 900 мл, 1 литр, 300 мл. На кружке имеется ручка для удобства открывания, и стоят они также 199 рублей. Бюджетная пластиковая шумовка, которая стоит всего лишь 39,5 рублей. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам фикс-прайса, а также по товарам из кухонного отдела была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.